аккаунта. Котелло. Не знаю, какой у меня выбор. О, кстати, тут руинят, походу, игру придется. Ну вот, я же говорю, этот аккаунт проклят. То есть, кто его вообще... Я сейчас, наверное, отрублю. Видите, что пишут? Баунти Хантер идет со мной дабл мид. Это проклятый аккаунт. Тут, когда какие-то дурачки анализируют игры с этого аккаунта, это просто смешно. В любом случае выиграть нельзя. Я отрублю сейчас стрим, если он будет, ну, руинить. Смысл это стримить? Ну это в аккаунте 0%. Изначально каждая игра. Легион Касула Харт и Баунти Хантер со мной дабл мид. То есть аккаунт ни разу не проклят, все с ним нормально. Найс аккаунт. Бля. Ебучий Айс Даун. Сделал 250 игр, надо играть. Мне там предлагают с ботами, типа на бусть. Ну а типа, это надо следить за этим, anyway. Насколько я понимаю, каждые 5 минут заходить в игру, чтобы тебя не выкинуло за АФК. Это что же тоже надо тратить время. Чем это проще? То есть, у меня вариант. Или играть 250 игр нон-ранки, да, с даунами. Или играть на проклятом аккаунте. Разница в том, что когда я играю на нон-ранке, за меня дауны и против меня дауны. Когда я играю на проклятом аккаунте, за меня такие же дауны, как в нон-ранкеде. Ну, смотрите уже наш пик, мы уже не можем выиграть, мы уже проиграли. Короче, а против челики на свои ПТС играют. Не, ну реально, вот посмотрите на наш пик, мы уже проиграли. У меня Bounty Hunter роуминг, у меня Легион Castle Heart, у меня Bloodseeker без саппорта, которого обоссут 100%. То есть, ну мы уже въебали эту игру до крипов. Это факт. Если чё. Похуй. И баунти руну я никак не получу с таким пиком, потому что пизды дадут на баунти руне, очевидно. До крипов въебано, до крипов. Хз, может мне на этом аккаунте надо упасть хотя бы до 5к, чтобы была мотивация играть на новом. Не, ну серьезно, на этом аккаунте я бы не выиграл даже 4К средний уже. Даже 3К, наверное, средний бы еле-еле. Аккаунт проклят, это просто факт. Вот, у меня одновременно Bloodseeker, Легионка. И смотрите на наш пик. Дазл, БХ, Bloodseeker, Легионка. Мы уже проиграли с вероятностью... Ну, не 100%, хорошо, 95%. 95% шанс, что мы уже въебали. Вот как можно с такими героями выиграть? Такого не бывает. Ну, нереально. Легионка Солохарта, Сикер, Дазл внизу и БХ Роамик. Это автолут, сука. 0%. А играть на ранке то, ну, столько игр, постоянно стримить эту хуйню, где я раков, типа, нагибаю, тоже неинтересно. Ну и тут неинтересно, потому что тут я всегда проигрываю на этом аккаунте, ибо он проклят. Я бы тут на любых ПТС проигрывал. Вообще, как бы, похуй. Самое забавное, что иногда на этом аккаунте попадаются игры, где, ну, что-то не то. И наоборот, моя команда выигрывает в ноль. У меня есть в моей группе ВК скриншот, где 6К плюс средний, где на этом аккаунте я на квапе уничтожаю Солянова. Но большинство игр вот такие вот. То есть мы уже въебали, я не знаю. Я, конечно, постараюсь играть, но мотивации маловато, потому что, ну, как можно вот такой пик выиграть у такого пика? Это же просто смешно. Хотя у них, конечно, нету лейта, типа, такого сильного, но anyway, они нас просто с такой кучей станов, они нас просто пойдут впятером и убьют. Тут вообще играть нереально. Это ж помойка. Даже некому затанковать, все герои моментально падают в бою. Дазл никогда в жизни не успеет крест поджать. У него 0% шанс на прожимание креста. Ладно, похуй, постараюсь, но я не гарантирую, что я не буду... Ну, после первой смерти начну ныть, как всегда. Что тут играть с таким пиком?
Аккаунт проклят, все понятно. Не, ноль помощи на руне. Я смотрю, один иду, когда тут 4 героя должно быть. А, все, ГГ, руну не взять. Ну все. Я не прокачал даггер, я прокачал блинк. ФБ уже на БХ, скорее всего, да. Нет, сори. Шепард. Легчайший ФБ ever. Это называется БХ в пике, парни. Абсолютно все игры, когда БХ в пике, так происходит. Как я должен победить эту ВР-ку теперь, когда она получила от ФБ и от баунти бонус? Она мне теперь обоссет один на один, сори. Does this hurt? Ну, нереально, тут мид проигран уже давно. Баунти руна плюс ФБ, забей. Сыграть невозможно. Я не знаю, я может даже ботл не успею нафармить. Меня уже выебут. Дефолтная супер нечестная игра. Спасибо Баунти Хантеру за это, конечно. Спасибо за Баунти Руну команде с таким пиком, который не может взять Баунти Руну. Кстати, ВР-ка мусорная на самом деле. Если б я взял на ВР-ке Баунти, плюс получил от ФБ еще бонус, я бы уже обоссал эту клопу один на один, вообще изи. Она пока ничего не может, но это пока. Надеюсь, я доживу до ботла, то будет легче. Forward. A path to pain. Шейкер что-то ломится ко мне. Чё он хочет? Она даже не может попасть стрелой под стан Шейкера, блять. Против кого я стою? Ну, они все равно выиграют, даже с такими долбоебами. Все равно они обречены на победу. Как бы я обречен на поражение, а враги на победу. Потому что у нас пик, вот, наш пик. 0% на победу пик называется. Блять, ботл не дает нафармить. Последнего крипа. Того заденайла, я этого не добил. Что ты пытаешься сделать, даун? А, у него первый левел, он просто бегает. Экспу пришел спиздить, хорошо. Шансы есть, шансы были. Да-да. Себя на БХ побегать. Вот, он просто пиздит мою экспу, вот у него, он, вот что мне делать, он мне, у нее баунти руна плюс ФБ, и он пиздит мою экспу, то есть, как у меня вообще шансы могут убить в эту ВР-ку, когда она, не, она один левел опережает уже. Просто она один левел сейчас будет опережать. Супер нечестно. Оп, нет. Странно, почему у нее до сих пор не пятый? Это нечестно, блядь, я бы ВР-ку обоссал просто, не знаю, два раза, наверное. Убил бы, как минимум. Если была бы честная игра. А вот так, конечно, должен теперь от нее страдать. В нечестной игре. I'm under attack. A path to into the bottle. Я убрал сейчас. Invisibility. Oh, yes. А, ясно. Шейкер, спасибо за игру. Это неинтересно так играть, это полная хуйня. Пока он здесь есть, как бы, как иначе. Суть в том, что... Как бы... У меня был бы 4-й левел, и она бы вообще не рискнула на руну пойти, если бы игра была честная. А не баунти руна, плюс помощь, плюс First Blood баунти хантера дает, плюс вся хуйня со всей хуйней. На проклятом аккаунте, конечно, классно играть. Когда все против тебя изначально, когда ты проиграл игру до крипов, как всегда.
Когда найс пики. Найс шансы, найс пики, все дела. Почему она не донает этого крипа? Я не могу понять. Что это происходит вообще? Она его не донаила. Потом я еще миснул. ОФК! ОФК! Давай, убей меня, плиз. Спасибо. Давайте там 10 тысяч человек, стойте. Давай, еще Лина. А, ну да. Почему нет? 3 на 1, когда у Верки, Баунти Руна и Баунти Хантер на фиде ФБ. Мне очень интересно играть. Я очень хочу играть, у меня большое желание на победу. В игре, которая проиграна с нулевой минуты. Я должен это играть. Найс. Сейчас бы с проклятого аккаунта поебашить в дотку. Просто кайф. Трое против одного на миде. Почему, блядь, не четверо, почему не вся команда? Я хуй знает. Почему не вся команда? Не, а чё? Было бы найс, вся команда была бы. Было бы еще легче убить меня. Forward. А, блядь. Ну, эта игра была уже только фейт, я уже не хочу играть. Как бы изначально не хотел с таким пиком, я знал, что так все будет, как обычно. Когда челики против тебя стоят 3 на 1. Когда у челиков Баунти Руна плюс First Blood, вот просто, ну, просто кайф. Просто удовольствие от игры. Я вообще не помню, чтобы я на этом аккаунте получил Баунти Руну плюс АОЕ бонус от First Blood, хоть, не знаю, за последние хз сколько игр. Мне похуй, если меня будут сейчас ганкать и убивать, я просто вновь вижу. Я не хочу блядь, играть. На этом аккаунте нет смысла стараться играть, он проклят, я клянусь. Я это подтверждал уже по факту много раз. Нельзя выиграть, ну опять, что это такое? Я мог и убить, но я не убил, потому что у меня минус морали, я не хочу играть. Тут было супер изи убить, нажимаешь крик, стик и пульт. У нас такой минус морали, это вообще похуй. 0%. Короче, у меня это выбор, мне придется играть 250 игр на ранке, да, на новом аккаунте, потому что этот аккаунт проклят. Тут нельзя выиграть доту. Тут абсолютно каждую игру одно и то же. Ну это полный бред, как бы, играя на новом аккаунте, я играю вот с такими же союзниками, один в один, только противники у меня вот такие как союзники. А играя на старом аккаунте, в этом вот проклятом, я играю против противников, которые играют на свои ПТС. А союзники, они играют, ну, как в нон-ранкеде, одно и то же. Ноль разницы просто. Вообще ноль. То есть я еще ни разу не заметил разницу. Уровни игры их. Может сейчас бы умереть от нее. У меня мне настолько похуй, сейчас я нафижу уже в соло, потому что мне похуй, я. Она меня убила, ну не она, они меня убили 3 на 1 3 раза, зачем мне играть? Это парашу, когда у меня такой пик, когда вообще, не хочу давать никакой бот, мне похуй на игру. Игра для долбоебов. На дверу назабрала, потому что мне похуй на игру, потому что я не слежу за картой, мне похуй. Короче, в пизду. Придется играть 250 игр нон-ранкеда. Ничего не поделать, ну вы видите сами, этот аккаунт проклят. Как можно с таким пиком было выиграть? Против тебя стоят 3 на 1 на миде, и как бы толку от этого. Моя команда почему-то anyway, лайна не выигрывает. 9-я минута мидас на ботсикере. Сейчас бы 3 на 1 постоять. С Баунти Руна и ФБ. Что за бред, блядь? Почему 3 на 1 стоят против меня? И почему 0 помощи? Почему вообще... Что вообще за игры всегда? Что происходит? Quickly now. У него нету маны, го. Ой,
Pain builds character. Pain builds character. Your middle tower is under your attack. Your queen moves. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. A royal path. 10 минута фаст-урна, даже ПТшки нет. Охуенный аккаунт, мне нравится этот аккаунт. Просто... Submit. Он ее купил после меня, и он жалуется. Пиздец! Что за дебил, а зачем ты жалуешься, если ты после меня купил ее? А, тут еще против БХ сентри стоят. Гениально, я вовремя заметил, иначе бы я сдох. Чем я делаю такой клопой теперь? Сапогом и урной. Без ничего. Ха! Интересно играть на проклятом аккаунте, когда против тебя стоят 3 на 1 и каждую игру так и как бы. Это нормально, и с таким пиком еще. Ну конечно, когда такой пик, кто тебе помочь может. Тут изначально было все проиграно, изначально было все понятно, что так все будет. Причем эта ВР-ка настолько слабая, я бы один на один сделал бы уже два фрага на ней, как минимум. Это было заметно на линии, как я ее ебашил, она вообще ничего не может сделать, с баунти руной даже. То есть, настолько слабая. И ОФК 3 на 1 надо против меня стоять. Надо пикнуть легионку Солохард, Дазла надо пикнуть, Баунти Хантер надо пикнуть. Зачем, вот, зачем в игре нужен 4-й левел? 11-я минута. Просто забей. Сейчас бы в доту сыграть на проклятом аккаунте. Кайф. Мертвый аккаунт, блядь. Я вот знаю на 100%, что на аккаунте конкретно от моего уровня игры ничего вообще не зависит. Вообще ничего. Я в этом убеждался уже 10 тысяч раз. Этот аккаунт просто проклят. Наглухо. Yes. Battle Royale. Мне просто противно, блять, на нем играть. Это нереальный, нереальный аккаунт. Forward. Помогите мне его убить, уебище. Yes. Я не хочу тратить пульт. Сделай же дуэт. Here, here. The last sound you'll ever hear. Your middle tower is under attack. A love bite. Супер, да, он даже не может свой скилл провязать нормально. Он отдает мне всех крипов. Хотя он хотел сам забрать крипов, но он не смог, потому что он супер ЛС. Просто супер ЛС. Максимально ЛС. Yes. ГГ. Надо отвести криком зафармить, пока у меня регенерация есть. Rain of pain. Они не отвелись? А, не, нормально. Надо этого убить сейчас, чтобы он скелета возродил. А, не, он возродится этого скелета. Все нормально. А, кстати, этот зашат нормально. Можно так фармить. Как он там вообще оказался-то? Как это вообще понять? Как он мог там оказаться? Нахуй, блядь, что за аккаунт? Гейб, зачем ты мне такой аккаунт сделал? Как этот чел мог там оказаться в такой ситуации? Даже в теории, не знаю, как там. На своем мусорном герое забежал куда-то в пизду и просто сдох. Submit. Надо еще зафармить пацков немножко. О. Вот и я получил то, что хотел. Уровень ульты. Куда пойти? Что поделать на карте? Даже не знаю. Хочу поинт бустер купить. Может Лину Солянова обработать. Но тут ТПшки сделают, а я сдохну. Я уверен. Так оно и будет. Тут реально ТП-шки сделают, и я погибну. Хз, как ее отработать? Если она подошла сюда где-то вот, было бы нормально. Так. Он на миде драка, а у меня там нету ОФК. Потому что мне похуй на игру.
Сейчас бы на БХ, на Дазле поиграть. Абсолютно классный герой вот. Оп, Солянова. Какие же охуенные герои у меня в команде. Какие же шансы на победу, блять, охуенные. Что делать? Что с такими героями делать? Это же не герои, мы не можем просто драться. Они просто прут у нас, и все. Мы не можем, блять, драться с ними. Мы не можем драться, мы ничего не можем. Потому что это не герои, у нас пик, все. Просто гг. Ноль желания играть. Вот наш пик, плюс я стою 3 на 1 на миде. Против меня 3 героя стоит, просто, блядь, 3. С Баунти Руной и с Ферстбладом еще. Как в эту игру играть? Как может быть не похуй на такую игру? И это, причем, это не то, чтобы там иногда, то есть можно затерпеть. Это всегда, блядь, одно и то же. Игры одинаковые. Найс, Грейв. Да дай убить его. Хочу за него деньги. Найс, все погибли. Прикольно. Там дауны не отошли от кровяки Бладсикера. И сдохли из-за этого все. Охуеть. Да мы его не убьем, походу. Или убьем. Если ты его ударил. A path to pain. Не знаю, враги, блядь, тоже мусор ебаный, но они вей, как бы они лучше союзников, потому что... Они как минимум лучше, потому что они пикают вот это, а они пикают вот это, то есть... Как бы отношение к игре, это очень дохуя значит тоже. Интересно, я смогу нафармить до смерти следующей? Гонимыч. Нет! Я сам под нее подошел, блядь, что за хуйня? Похилюсь у меня, все равно дохуя этих урн. Найс. Что, мы будем ее убивать? Это типа я хочу крипов пофармить. Типа смотри, я вот так вот. Мас ТПшки. Эй, он оклацал жестко на самом деле. Даггер, урна она. А, я сейчас могу ее убить, кстати. Если я найс сделаю. Надо просто обижать ее. Да, я ещё ебану. Побачнее. У меня unstoppable? Это как? Помог легионке? Помогу тут еще? Не, не помогу. Не, я не буду блинкаться туда. Найс, 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 найс. Я на всякий случай решил сделать вот сюда ульту, чтобы легионка получила урон. Не знаю, может следовало не кролита убить, хз. Скорее всего, легионка бы по-любому получила урон. Наверное, это была ошибка. Да ладно. Ничего страшного, блять. Все, мы проиграем, какая разница. Просто рано или поздно они получат свои даггеры, ключевые там и получат какие-то, и все, они просто в пятером пойдут, и там выиграть файт нельзя. Потому что этот пик не может выиграть файт. Но пока что враги почему-то стоят под кровью Бладсикера, я не знаю, насколько они конченые, чтобы каждый файт стоять под кровью. Ну, может им нравится проигрывать файты. Мне на самом деле было бы лучше зафармить вот здесь крипов, чем драться на миде, когда мне тут дойдет Бладсикер. Что он собирает, интересно? А, он Сашу Яшу с Мидасом собирает. Ну, ГГ. 0% на победу. Сейчас буду Сашу Яшу собрать против пика 10 тысяч просто станов и всего. И магического урона. Пик, который состоит из магического урона.
Я сдох? Да, я сдох, наверное. Нет, я жив. Ну, я в соляном разрулил там. Так, ладно, я хочу руну взять. Отхилился на фул хп? Это мне нравится. Это урна с бутылкой. Рейдж. Что, ты будешь что-то делать? У меня нет ульты, я не могу помочь парню. У меня до сих пор фул хп. У меня новая баночка заехала. I love a struggle. Dark light. Does this hurt? Does this hurt? Suffer. The enemy's middle tower has fallen. Пойду куплю Персеверанс. Бля, ненавижу что-то. Тут нельзя купить Персеверанс, это пиздос. ГГ. ГГ, мы проебали. Go next. Ха! Бучая Вольва просто испортила Персеверанс. Там вроде крипы внизу. Но там Бладсикер уже. Ладно. Sweet pain. Rain of pain. Не, на базу, не вей, походу. У меня мало нету, вообще. Сейчас бы реген какой-то взять. Баунти, а там что, не важно. Пойду за баунти пока. Forward. Quickly now. Into the bottle. Forward. Надеюсь, руну внизу не взяли. As I will. Было бы неплохо для меня. О, найс, я могу драться. Я могу помочь. Помочь кому? Трупу? На Bounty Hunter? На, урончик, легионка мертвая. Каким образом у меня минус 3 уже? А, минус 4. Вот вся суть. Я же говорю, что мы проиграем все равно. Потому что выиграть нельзя, сори. Убей его, дай ему один удар. А, я умер, да? Это ошибка была. Она меня сейчас, походу, свяжет куда-нибудь. Оп-оп-оп-оп-оп! Слюха! Не было смысла драться, у меня не вой ноль маны. На файт. Ну да, не было автопомбы сдох, конечно. Побыстрее бы линку нафармить. Свою любимую. Я обожаю просто линку на клопе. Не могу играть без линки на клопе. Просто вообще угораю по этому итему на ней. Оу, yes. Не знаю, продать ботл может, побегать пока. Ну, я думаю, сделать ТП на топ. Мне хватит ТП на топ, только если я продам ботл. А мне он уже не нужен, в принципе. У меня сейчас линка почти. Почти заезжает. Ладно, плохо, останусь пока с ботом. I love a struggle. Блять! Forward. Моя команда дохнет без меня.
заметьте. Меня просто даже близко нет, у меня когда на ТП, anyway, они просто дохнут с этим пиком. Как мне вообще собираются драться без КВП своего самого главного героя, вот с этими пиками? Ой-ой-ой, Саша, я шалотар. Минус. Шанс на победу есть, конечно же. Как можно с такими долбоебами выиграть? Вот то, что я говорю, они идут впятером, когда они уже получили итемы. Даггеры есть, все, можно идти выносить нас. На проклятом аккаунте шансов нету, гайс. Факт. Челики получили свои ключевые итемы, просто идут впятером. А мы им ничего не можем сделать, потому что у нас вот такие вот герои. ГГВП-герои называются. Шанс на победу 0% герои. А кто нападет, кстати? Кто у нас инициатор? Кто у нас вообще может напасть? Легионка нападает, она сразу умирает, моментально. Потому что легионка — это герой, который всю жизнь без фарма. У нее никогда ничего не бывает. Это потому что худший герой ever. Все, файта не может быть, потому что никогда не будет инициацией. Никогда. О, дауны отдались ботсикеру зачем-то. Тварина, куда ты хотел спорталиться? Блять, я не могу купить этом, что за хуйня? Если мы эту игру выиграем, то только благодаря мне. Это называется Солянова. Это же гимн подрублю, если мы вдруг выиграем. Но мы не выиграем, я не верю, что на проклятом аккаунте можно выиграть такие игры с таким пиком. Ну это недоработка Гейба, что у них нету лейта. Был бы у них лейт, у него было бы уже 6 литов. И мы бы они вейт тут. Трон бы падал на 25 минуте. Был бы там какой-то любой лейт, да, антимаг, допустим. То есть какой-нибудь лейт, который просто сплитпушит и фармит АФК. Тут было бы уже 6 лотов, и у нас бы уже трон давно упал, 25-й. Я пойду лучше на топ-вышку пушить. Не хочу на Рошана найти против этого пика. Does this hurt? Гениальный ульт. Ну тут можно не играть доту. Дольше жди, пожалуйста, мусорной легионки. Пиздец, вы видели, сколько он ждал, пока он нажал ульт? Вы это вообще видели? Он спортался, надо было сразу нажимать ульт. Он его не нажимает, сори. Зачем нажимать ульт? А потом спрашивает, квоп? Квоп? Проклятый аккаунт, проклятый. Просто проклят высшими силами этот аккаунт. Тут нельзя выиграть. Еще минус один, уже минус 4. Просто 4 мусора вынесли. Они просто идут в пятером, и они просто выносят мусор. Тут 0%, гайс. Аккаунт проклят максимально. А тут там мульт, что ли? Как вам? Нравится? Вкусно? Может, что-нибудь сделаешь, легионка? А помощи нету, сори. GG. Go next. Мне похуй на игру. Нафидил. Моя команда всю игру фидит. Что, мне нельзя или что? Как бы я имею право полное фидить. Моя команда всю игру фидит и пикает лучших героев. Почему я должен тащить их? Они этого не заслуживают. Это нечестно, блять. Как бы, вот чел пикает легионку, и у него даггер и Robo of the Magi на 28-48. То есть, нет. Это при том, что у нас уже одновременно с этим Dazzle в пике и БХ в пике. БХ вот со своими Guardian Graves, когда враги просто идут в пятером и просто выносят. Зачем играть? Мне максимально похуй, с нулевой минуты. Против меня стоят три челика, против меня одного на миде. И все равно у всех моих героев 0 итемов. То есть... Если тут три чела стоят, значит тут один стоит и тут один. И при этом у всех моих героев 0 итемов. Anyway, это как? Только ботсикер что-то имеет, но он купил худшие итемы в игре. У него до сих пор нет БКБ. То есть 0%. Кстати, я дал гадлайк. Кому я дал? О, не крылит, найс. Быстрее проиграем. Не... Бесит ебаная дота играть на проклятом аккаунте, а на новом, блять, надо 250 игр сыграть.
Ебануться. Просто нет пути. No way. Просто нет пути. Вот опять мусор. Со своими, блять, легионками. С даггером. И этой хуйней. На, сдохни, тварина. Не, жив, жаль. Сейчас телепортнусь, парни. Как там? Nice пик. Они не могут подойти напасть. Потому что пик супер nice. Сори. С таким пиком ты нихуя подойти не можешь. Куда ты меня станешь, сука? Ебливая. Ну все герои живы, а что делать? Как их добить, нахуй? Умри, тварина. Эпик, блядь, связка. Я не получил за нее нихуя. Ааа, блядь! Я хотел ебаный трек получить, почему нет? Найс, грейвы прожимаешь. Жди дольше. Бля, почему мы убили их? Сейчас еще дольше будем играть. Парашу ебану, а не игру. Че, мы не нападаем? Можно было бы подраться сейчас, пока там два героя дефят. Супер дауны, бега. 0%, сори. Они бы стали драться, дефать. Мы бы их просто споймали, я бы блинкнулся, и мы бы убили двоих. Или пришлось бы байбеки делать им. Да. Quickly now. Attack. It's not time yet. A path to pain. Quickly now. Into the box. Here. Че, а он не может кинуть кровь на Рошана, не? Слишком трудно или что? Вот Сикер вообще знает, что можно кинуть кровь и... А, ясно. Он кинул кровь, когда Рошан уже был мертвый. Бог. Как мне считать, эти твари могут мне писать? Посмотрите, кого вы пикнули, уебище. Я единственное, что вас держит в игре. Я единственный, кто эту игру тащит. Они это хоть понимают, интересно? Или там кто-то из них... А, ясно, они сдохли теперь. Сейчас опять напишут квоп. Когда просто уебище пошло и умерло. Ну, типа просто. Как мы его убьем сейчас? Если ноль помощи. А, найс. По таймингу, ГГ. Мы проебали. Может, сделаешь на меня улицу, но не хочешь? Солянова, с бе мусором в команде, с недолюдьми. Найс, проклятие, спасибо, Вольва. Дякую, ГБН. Not yet. Swiftly. Quickly now. Yeah! Nice, кричит. Here. Сын, шлюхи, что ты делаешь? As I will. Почему мы не нападаем? Ну ладно. Rain of pain. Б. Sweet pain. Illusion. Rain of pain.
А ясно, они опять сдохли без меня. Гениально, парни. А, у нас преимущество пока численное, это хорошо. На! Не попал! Of agony, тварина, вслава! The ecstasy of agony! Вслава, тварина, умрешь! Ты умрешь! Vae victis! Горе побежденным! Байбекаешься, тварина, и что дальше? Куда? Найс байбек, уебище, сыкливая. Ой, блядь, бежит, бежит тварина уже. У тебя мать сдохла. Pain builds character. Double damage. Scream. I scream bloody murder. Your queen moves. Не могу победить одну несчастную копу. Просто 5 уродов. Хотя тут еще больше урода. Тут 4 урода еще. Учитывая их пики, они еще больше уроды, понимаете? Вот эти уроды пикнули хороший пик. Ну. У них шейкер, но у них пик хороший. Когда вот шейкер один единственный плохой герой, то это подходит. Это нормально. Они все толпой сюда идут или что? Мы тут победим их, если не толпой. А, я умер, блядь. Найс, Баунти Хантер, помогаешь. Единственный герой в команде, который... Чуть не сдох только что, когда он... Ну, если бы я сосредоточенно играл, то я бы эту ошибку не допустил. Только что. Но я слишком зол на Габена. Я не похуй на этот аккаунт, блядь. Он проклят. Ничего, мы будем драться? Против Габенов. Get back! Get back! Что там у тебя, Некрич? Как скоро? Сын говна ебаного. Сын блядинки. У меня почти акторин. О, команда без меня опять дерется, что-то хочет выиграть. Как я и говорил, выиграть нельзя тут эту игру. Ник пик слишком сильнее. Просто все игры одинаковые в этом аккаунте. Чего они вообще без меня постоянно дерутся? То в Солянова дерутся, то... Почти, Акториныч, почти. Я ВБК держать не буду, мне супер похуй. Тем более там не кредит, против которой ВБК отменяет, а не вей. Нахуй он нужен. Я себе сейчас дофармлю Акториныч и буду продолжать Солянова работать. Я единственный, кто тут тащит. Вся команда мусор ебаный. Here. Они только пятером ходят. На, кубики-то отрывала, спит, пушить их. Нет, бабл. Хочу купить хекс, наверное. Your pain ends. I love a struggle. Они хотят рашан забрать, я так понял. A love fight. My pain tolerance. Почему он? Это иллюзия или что? Если не убивает, то надо, это иллюзия. Attack. Почему его никто не хочет убить? Всем сыкотно показать свое местоположение. Ебанутый, блядь, нахуй-то. Submit.
feel this. Мы ждем просто вырыва магнусов, шейкеров. У них пик нереальный просто. Я не знаю, как они до сих пор не выиграли эту игру с таким пиком, блядь. Они могут просто в пятером идти и врываться. Любым героем байтесь, а потом врываться толпой. И у нас 0% с таким пиком драться с легионками. Даже БКП до сих пор нет. Ебать. Эпик. А, я умер. Главный герой умер, бега. А меня не попал. А, лол, нахуй я блинкнулся, если тут челики. Шива хуёвая, ну да ладно. Your top tower is under attack. Suffer. The enemy's bottom tower has fallen. Your top tower is under attack. Просто у нас два героя сдохло сразу или еще или сколько? А не убери хотя бы шейкера. Your top tower is under attack. Оу, ёбище, вот же есть вышка. Hello. Ну вообще меня не коцает с этим Октарином, Шивой или Кой. Я не уязвим уже на этой стадии. Для таких героев, когда там нету лейта. Мне могут убить, если меня застанлочат и линку собьют, а меня некролит заутилует. Это единственный вариант. То есть на, чтобы меня все кинули. Ну это в Соляного просто выиграл дауном. Тут Бладсикер бы без меня ничего не сделал. Он идиот с Сашей Яшей и Лотаром. Как он мог что-то сделать без меня? Бладсикер нулевой. Просто огрызне выиграл Соляного каточку. Засолил просто. Ну, реально, это засолено. Просто засолено. Тварыны ебаные, лесные. Не могу таким пиком раздавить вот это вот дерьмо дазлов. Легионка дазл баунти хантера. Вы понимаете вообще? Вопреки всему, блядь, вопреки проклятию, выиграл, блядь, дауном. Ну, это редко бывает. Удовольствия мало, когда ты каждую игру такой играешь, понимаете? Если бы я это играл иногда, как бы иногда, изредка, как все, как бы, как все. Вот вы, зрители, играете такие игры изредка, а я такие игры играю каждый день. Вот и миссии на этом аккаунте, то каждый день. Это аккаунт проклятый. Тут такие игры вот с таким вот пиком против такого. Каждый день, каждый ебаный день. Просто пик нечестный. Игра нечестная. Стоишь на миде 3 на 1, еще и с таким пиком против такого. Идите вы нахуй, блядь. Гейб и Айсфраут. Бля, я не достаю. Не убил, сори. Ну это в Соляного, гайс. Yes!
Так, ладно, всем пока. Сегодня, по-моему, 19... Сколько? Сколько у меня на стриме написано? 20:30. Ну, по идее, в полдевятого, вот сегодня будет игра от вот Империя против ЛГД, которую я должен комментировать. Я знаю, что все хотели, чтобы я прокомментировал Бо-1, Нави с... Там, где навалит сразу. Нави с кем-то там. Я уже не помню, с кем. Все хотят посмотреть, как они вылетят, я так понимаю, эти Нави. Я не знаю, единственный вариант это, если я откомментирую Империю ЛГД и лягу поспать немножко. Но я не знаю, как это получится. Просто я могу не заснуть, я вот, если засыпаю, то сплю. Конечно, могу поставить будильник, но... Ладно, я не буду объяснять особенности себя. Просто я, возможно, постараюсь откомментить, возможно. Но может и нет. Посмотрим, как получится. Ладно, всем пока. Найс, проклятый аккаунт, спасибо, Гавен. Просто кайф. На новом аккаунте, чтобы сделать новый аккаунт, надо сыграть 250 игр на ранке, да, 250. Но я там играю постоянно против раков, и мне неинтересно, потому что там каждую игру ебу раков. Просто, ну, я стримил на ранке 2 дня, я каждую игру просто их уничтожаю, мне это скучно. А здесь тоже плохо играю, потому что здесь вот всегда вот такие вот союзники, вот такие вот пики, найс, кайф. Этот пик, если что, вот этот пик имел шанс, если бы равный скилл команд, вот равный скилл, этот пик имеет 100% шанс победить, 100%, при равном скилле команд, сори. Пришлось Солянова втащить. Иногда все-таки бывает еще. Ладно, пока. Пока.